Да, пеший. Для нас это такая мечта, просто там быть, сфотографироваться, не знаю, увидеть. Для них это, ну и что, ну и пошли, я лучше пойду в мол, куплю себе новые джинсы. Но это не все, это, я не хочу generalize, говорить, что все такие, но много из моих друзей не такие, к сожалению. Анжелика спрашивает, говорит, ну наконец, расскажи о самом переезде, как и почему, как ты адаптировалась, родители.